Всем привет, это Анатолий Донец, и сегодня с вами мы собрались для того, чтобы кое-что обсудить. Кое-что это вы сейчас увидите постепенно вдоль видео. Видео будет не таким уж и большим, но я буду еще периодически его комментировать. Вот. Мне прислал данное видео знакомый, который работает в кино, да, и он, как говорится, с нашего города. Парень добился успеха тем, что просто делал фото, занимался видео, делал обработку, как говорится. Ну, вы сейчас все, в принципе, поймете. Парень молодец, парень добился, может быть, добился успеха, может, еще нет. И он также периодически начал сниматься в кино, за что ему большой респект. И давайте посмотрим данное видео и поблагодарим парня. Вот, а парня зовут Минин Владимир. Да. Вот, он сейчас живет в городе Белгороде, работает и участвует в киносъемках. И вот что. Ладно, поехали смотреть видос. Да, прикольная названка, прикольно она сделала начало, такой чувак за компом, он трещит так весь вообще, как будто работала вот реально команда профессионалов из тысячи человек, да, и хотя я понимаю, возможно, это делали команда, может, из 20 человек, ну, не суть, смотрим дальше. Странно, я думал, что пока человек не заглянет в глаза смерти, он не поймет жизнь. Да, я в принципе согласен с этим, можно бы сказать, фразой, но суть такова, я думал, что сейчас у чувака этот вейп взорвется прямо в руке. Я вот думал про это, что начнется что-то реально жесткое месиво, но тут просто звони телефон. Алло! Алло! Кто это, блядь? Долбоёбы. Честно, я сам даже не понял, что это сейчас было. Типа отвлекающий маневр. Но это, в принципе, как во всех фильмах или сериалах, или что-то подобие такого. Ребята, что вы там творите? Вы что курите? Хоть бедно? Мне хоть дайте попробовать, я тоже так хочу что-то подобное сделать. Но... Не, ну все-таки молодцы, красавчики. Надеюсь, у них попрет данный сериал. Погнали дальше. Прямо за мечтой провожать не стоит. С выводами погоди. Не нуждаюсь в жалости. Путает порой то деньги, то любовь, но над этой пропастью я только и успеваю. Так мазить. Интересно, я думал, сейчас этот парень будет говорить что-то явные
существенные слова, чего он добился в этой жизни и к чему его привел его нынешний опыт. И то, что с ним случилось, вот вы видели, типа там, очнулся такой, блин, где я? А, где я? Что это такое? И чувак сидит рядом, тоже, то ли спит, то ли еще что-то. Блядь, чувак, ты что, кто такой? Ну, давайте, тут, в принципе, осталось чуть-чуть досмотреть, и на этом я как-то закончу свой видеосюжет и свой видеоролик. Нам эти лайки. Все равно нам всем пи***а. Да, вот интересная фраза, бля. Вот честно, я вот сам не понимаю. Вот, люди живут только из-за того, что кому-то поставить лайк, кому-то написать коммент и кому-то написать или сделать как репост, да, и... Блять, вот серьезно, а нахуя это все нужно? Нахуя? Чисто так словить хайп? Ну, ребята реально заморочились, они вот реально пытаются донести до людей то, что жизнь в сети, это начинает проявляться тем, что в сети скоро начнут просто рожать детей, в сети начнут жениться, там, разводиться, или еще что-то подобное. Ну, оно так и есть. Ну, реально парни заморочились и пытаются сделать, как говорится, достойный контент всему тому, что есть уже, как говорится, на не только на всемирном, как говорится, паутине, но также на Ютубе и на телевидении. И доказать то, что они что-то могут. Здесь я их полностью поддерживаю, да, но я... Честно, я уже сам хочу посмотреть данную вот часть. Не то, что сейчас часть посмотрел, это видео, это такой небольшой отрывочек. Но мне уже хочется посмотреть, что будет дальше. К чему они дальше придут. Вот тут уже начинается все самое интересное. Давайте, ребята, поддержим первое, что... мой канал лайком, да, и подпишемся на канал. Также есть ссылочка в описании, вы можете пройти на данных ребят и подписаться на них. А пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.